Егрорик, спасибо. Граната. А потому что надо было сегодня на стрим раньше успевать, когда очереди не было. Я предупреждал. Видите уведомление в телеге? Сразу на стрим заходите, и все, и не надо будет ждать. Что-то странно. Многовато как-то эльдарских слабачков сегодня. А, ну они же все еще слабачки, да? Запомни. Слабачки, много, сила. Гранату бы. У тебя нет? Ни одной, кончились? Сгок же сегодня вроде целый мешок тащил. Не, только что увидел. Все раскидал. Ты вообще, говорит, ни одной гранаты больше в руки не возьмет. Мистер Бич успел. А нет, и не... Вот и все, да, вот... больше рук. Приходится, просто приходится уважаемых господ скамить немножко, извините, пожалуйста. А ты из кольца выдернул, а надо было наоборот, тупая башка. Хочет теперь себе вместо рук шмалялы. Шмалялы вместо рук? А как он жрать будет? Ртом, конечно же. Ага, не, граната нужна. Это типа рофл над тем, как говорят тролли. Не знаю, в Ведьмаке как-то так же говорил тролль. А это по Вархаммеру какая-то тема? Ну там, видимо, так же, да? Или что? Стой здесь. Какой же стрелок? Да давай побыстрее. Я, конечно, сильный, но сильный один слабый. Против слабачки много сила. Я вижу брешь в их обороне. Посмотрите, всего один орк стоит на страже этой позиции. Мы легко победим его и зайдем во фланг их основных сил. Извините, а можно вопрос? Какой же стыд, мне нравится. Да, конечно. Жиза. А если он начнет стрелять? Глупый вопрос. Конечно, он начнет стрелять. Тогда он может в кого-нибудь попасть и, возможно, даже убить. Броня выдержит. Я вообще сомневаюсь, что он попадет по нам. Если Musical все Box. Же не повезет, вдруг я умру. Блин, мне кажется, вот тут вряд ли так, все, хватит. Песня Генезис там длится... А ты панику развел, как будто их там много. Миллион но лет. Это понятие относительное. А, вдруг блин. Вдруг сейчас прибежит второй орк, а ты достал. Ой. После битвы покажешь мне свои стихи. Если они окажутся пометом грязного мантке, я тебе в наказание... 11 минут. Покажу свои стихи. Пожалеешь, что не помер, гад. А теперь завалиться и приготовиться к атаке. А вот эльдары. Ну, с задним отрядом я легко справлюсь. Надо какую-то тему сделать, чтобы нельзя было 5 подряд без очереди кидать. А то это вообще жесть. Да вас там же за углом рожают. Эх, гранату бы. Егрорик, пропусти, пожалуйста, ребят. Пропусти, а не по записи. Ой! Ловко ты их! Откуда граната? Используя стандартный шаблон. Да без мудрейства! Я палку в сквиговом говне измазал. И все? Ну, я верил. Что из говна и палки вышла граната? Нет, я верил в гранату. Что у нее? Все получится. Это была очень целеустремленная граната. Каждая граната должна быть такой. Ну все, как бы разрушен образ. Типа, не может тролль знать слово Какой же целеустремленный. Вот это слово. Да, вот это, да. Да. Пасен. Пойдем, поведем. Блин, это мой любимый персонаж просто был в Ведьмаке третьем. Я забыл, вот этот там тролль, который в подземелье охранял. Тролль Ведьмак 3. Как же его звали? Я любить камень. Где бы этих дохляков, чтобы граната взорвалась не зря. Как его звали, чат? Орки? Ну, один хер. Типа я в...
короче, я гигачет, я не знаю, что там задростки ваши эти штуки, короче, там тролли, орки. Блин, а вдруг я фэнтези-расист сейчас? То есть, если я троллей и орков как бы считаю одной расой, то как бы это считаю на Твиче, за такое меня должны были бы забанить. На всякий случай осуждаю. Как бы тролль Lives Matter и орк Lives... В группу я дам, но не за деньги. Ладно.